Сегодня состоялся полуфинальный матч между сборными России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021. Матч выдался очень непростым для сборной России, чего не скажешь о сборной Канады. Кленовые листья в первом же периоде по всем статьям переиграли россиян, забросив 3 безответные шайбы. У команды Игоря Ларионова не держалась шайба и не получался выход из обороны в атаку. Во втором периоде канадцы упрочили лидерство благодаря шайбе Шнайдера. Россияне были близки к первому голу, но шайбу Абрамова отменили из-за офсайда. Аскаров в концовке 20 минутки потащил еще и булитную попытку Козинса. И в финальном периоде канадцы забросили 5-ю шайбу в пустые ворота. Кленовые листья убежали 2 в 1, Козинс выкатился и поразил цель. Сборная Канады в полуфинальном матче разгромила Россию 5-0. Кленовые листья были сильнее по всем статьям и одержали заслуженную победу. Россияне имели несколько моментов, но так и не смогли отличиться. Молодежная сборная России снова не станет чемпионом мира. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали ровно 10 лет назад. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!